До того дня, в котором он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым явил себе живым по страданию своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божием, и собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мир тебе, чтущему. И Духове твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Был человек послан от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим, во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Честное и великолепное имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне присно и во веки веков. Елица оглашенные, изыдите, оглашенные, изыдите, елица оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных и лицеверные. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, Боже, сила. Господина нашего Высокопреосвященнейшего Илариона,
митрополита Илариона, первоарха Русской Православной Зарубежной Церкви, да помнит Господь Бог во царстве, всем всегда, ныне присне, во веки веков, и господина нашего Высокопреосвященнического Сергия, митрополита Барнаульского Алтайского, да помнит Господь Бог во царстве, всем всегда, ныне присне, во веки веков, священство, монашество и всех православных людей, гонимых за веру православную, да помнит Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне присне, во веки веков, и вас всех, здесь предстоящих и молящихся, и всех заповедавших нам недостойных молитесь о них, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне присне, и во веки веков. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божие, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Дне всего совершенно святомирно, безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души и телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира и у Господа просим. Прощение, возможно, нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианская кончина живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный сей, со пресвятым благим и ждворящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Мир всем. И Духове Твоему. Возлюбим друг друга, да единомыслием испарим их. Отца и Сына и Святого. Мудрости, и веруя.
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рождена не сотворена, единосущна Отца им же вся выше. Нас ради человека нашего, ради спасения шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии Девы, почивающегося, распятого же злой приходи Пилоте, и страдавшей погребенной, и воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и Бога грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царство им не будет конца. И Духа Святого Господа истинного и животворящего и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споконяемо и славимо глаголовшему пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Станем добре, станем со страхом, вон мем святое возношение в мире приносите. Святаго Духа, будь со всеми вами. Oh,
Бог, прекрати святая Твоя Духа, исполни Царствие Небесное, держанство Твое служение, еще приносим Тебе словесную сущую службу в вере почивших братцев, отцов, патриархов, пророков, апостолов, проповедников, евангелистов, мучеников, исповедников, воздержащих души правильной веры, скончавших. Изрядного пресвятения, очисти при благословении, славне Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии. Оставляй нам долги наши, как мы живем, оставляй должников нам.
ним же благословенный сиится пресвятым моим настоящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Человек наслаждался полным миром и спокойствием, но это время было непродолжительно. Тогда действительно не было ни внешних, ни внутренних причин, нарушающих спокойствие человека. Он жил в мире с Богом, с ближними и с самим собою. Но явившийся грех расстроил все эти отношения. Преданный греху человек сделался врагом Богу, ближним и себе самому. До воскресения Христова не было мира у человека с Богом. Человек, как скоро уклонился от Бога и приступил заповедь Его, то начал враждовать против Него. Все действия греховные составляют вражду на Бога. Ими созидается не Царство Божие, а Царство Сатаны. Вражда эта продолжалась до самого пришествия Спасителя. Для примирения и разрушения этой вражды нужно было загладить и очистить грех правдою. Иисус Христос сделался нашим оправданием. Он своим учением и жизнью показал путь ко спасению, а своей крестной смертью не только упразднил грех, но разрушил и самую власть виновника всякого зла. Велика была власть дьявола над родом человеческим. Он держал в узах своих не только живых, но и умерших. Но Господь освободил всех от дьявола не только на земле, но и в преисподней. До воскресения Иисуса Христа весь ад наполнен был умершими. Спаситель, когда лежал во гробе, сходил душою своей в ад и извел оттуда всех ожидавших его, начиная с первого человека. Таким образом, через воскресение Христово мы примирены с Богом. Примирены с Богом не одни живые, но и умершие во грехах. Он примирил нас с Богом и указал в нем источник нашего утешения и блаженство. Через апостолов сообщен мир и каждому человеку. До появления на земле греха у человека не было и внутреннего несогласия. Силы души нашей не враждовали друг против друга, но с появлением греха явилось разногласие, и бывший дотоле внутри нас мир был нарушен. Плоть стала враждовать против духа. Страсти наши не стали покоряться не только внутреннему, но и внешнему закону. Чтобы грех не препятствовал дарованному миру, Спаситель тотчас по воскресении облек апостолов своих властью прощать грехи и успокаивать совесть. С надеждой на это прощение мы приносим покаяние и примиряемся не только с Богом, но и с самими собою. Самый закоренелый грешник чувствует облегчение и успокоение в своей совести, когда приносит раскаяние во грехах. До воскресения Христова люди не могли пользоваться внутренним миром и от страха смерти. Но Спаситель рассеял всякий страх, поправший самую смерть своим тридневным воскресением.
Прежде смерть была страшной, потому что не знали другой жизни. А теперь открылось, что смерть не есть уничтожение и окончание бытия, а только переход от жизни земной, греховной, к жизни небесной и блаженной. Мы со смертью не только ничего не теряем, но многое приобретаем. Именно нетление, вечность, блаженство. Не страшен для нас теперь и самый ад. Он упразднен и заключен сходившим в него Спасителем. Всякий может избегнуть ада, кто захочет следовать воскресшему Господу. Иди, каждый верующий, в отверстые врата рая, и не бойся духов злобы. Они связаны и не могут повредить тебе, если сам будешь отражать их именем креста и воскресения Христова. Празднуя ныне примирение с Богом и победу над нашими исконными врагами, возблагодарим воскресшего ради нас Господа и воспользуемся средствами, дарованными нам от Него, чтобы нетщетным было в нас воскресение Христова, и чтобы после дарованной победы не оставаться нам на земле в числе побежденных. Аминь. Со страхом Божьим и верой приступите. Христос воскресе из мертвых, смерть их смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Верую в Господи, исповедую, как ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный спасти, от них же первый есть масящий веру. Яко сие есть самое пречистое тело, самая честная кровь Твоя. Молюсь, Отче, помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, за словом и за делом, и за видение и неведение. Исподобь мне осужденно причаститься пречистых Твоих таинств, восстановление грехов моей жизни вечно. Аминь. Вечере Твоя тайна, чтение Божие причастниками, а примени врагом Твоим тайну, повем. Не лобзание Тебе дам, яко Иуда, но-ка разбойник исповедую Тебя. Помилуй меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение для чистой Твоей тайны. Новое исцеление души и тела. Аминь. Пречистое тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается. Христос воскресе из мертвых,
Твоих, спаси людей Твоих, благослови достояние Твое, исполнение Твоих мест, сохрани святи любящие благолепие, дому Твоего, и тех, кто спасает божественные силы, не оставя нас уповающих на Тебя. Мир, мир, и этому даруй церковь Твоим, священникам, всем людям Твоим, яко всякое да не болит, когда Твоим Твоим Хозяй Небесный Свет, и Тебе славы, благодарение и поклонение высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Призви, Господи Иисусе Христе Божий наш, Боже всесильный, Господи Вседержителю, и же рабом Твоим, Моисеем, во исходе Израилева от Египта, и в освобождении людей Твоих от горькой работы фараонов, Агнца заклати повелел Иси, прообразуя на кресте, закланная волю нас, деля Агнца, землюща всего мира грехи, возлюблено Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты ныне смиренно молим Тебя, призди на хлеб сей, и благослови, и освети его, и мы, рабы Твои, в честь и славу, и воспоминание славного воскресения тогожда Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Им же от вечной работы вражей, от адовых нерешимых уст разрешения, свободу и приведение лучихам, пред Твоим величеством ныне, во светлый сей, преславный и спасительный день Пасхи сей, приносим нас же, всего приносящих и того лобзающих, и от Него вкушающих Твоему небесному благословению причастники быть и сотвори, и всякую болезнь и недуг от нас Твоей силой отжени, здравие всем подавая, Ты бы и си источник благословения и судьбам податель, и Тебе славу высылаем, безначальному Отцу, Соединородным Сыном и Пресвятым Благовестворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Благословляется и освящается арта всей, окропление воды священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается арта всей, окропление воды священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается арта всей, окропение воды священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ. Иисущего гробе живо. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ. Иисущего гробе живо, здорово истинный Бог наш,
молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всепроводных апостолов, святых отца нашего Иоанна Архиепископа, Константина Града Златоустого, святых праведных Бога Отец Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Смерть и смерть попрал Иисущего ради живого. Христос воскресе!
исподобие до последнего издыхания, осуждение принимать и причистых тайн, освящение воцеление души и тела, и подашь мне следу покаяния и исповедания, во ежепети славе Тебя во всеми живота моего, яко благословенно и препрославлено, и во веки аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь, очи мои, спасение Твое. Еже и сил готовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Уст Твоих, яко же света, огня воссиявшая благодать, вселенную просвети. Не сребролюбие, мир или сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими слове, Сына, козуя очи, а не златоустим, оди слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявляйся божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, а поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения преподобне, достойно хвалим Тебя, и сибу наставник, яко божественно являя, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаза, но предвори, яко благая на помощь насверно зовущих Ти. Ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чистейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога Слово Рожию, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим грабежи его даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим грабежи его даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим грабежи его даровал. Господу помолимся. Господи, Владыка, Господи, Боже наш, Зиждителю и Содетелю всех благослови, влеко опустевшее и с ним и яйца, и нас же соблюди во благости Твоей, якогда причащающиеся их, исполнимся Твоих изобильно подаваемых даров, и незлоголанная Твоя благость, яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается приношение себя в Христе Священного имени Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение себя в Христе Священного имени Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Так, а что можно? Так, 10 часов?
Так, в 10 часов будет молебен. Роман, возьмешь? Thank you.